страшная понтушница. У нее стоит штамп «Я дом 2-быдло», что, выходя в этот социальный мир, она заявляет о себе, что это не так. Это немножко не твоя как бы заслуга. Количество подписчиков в твоем инстаграм. Просто когда был конкурс, почему-то взяли Ксюшеньку Собчак и Ксюшеньку Бородину. А вот почему? Вопрос остается открытым. Потому что, ну, вот так могут. Каждый дурак, посади любого идиота. И он будет в «Доме 2» популярным. Тут четко надо понимать причинно-следственную связь. Кем ты был, где ты был, кто тебе когда помог и что из этого вышло.